2 апреля Азов выгоняли всех жителей дома, из подвалов, с квартир, кто оставался. Просто выгоняли ночью. Сказали, чтобы до 4 утра здесь не было никого. В 5 утра, ну, люди, кто выходил, кто опоздал, кто пытался какие-то вещи, в квартиры никого не пускали. Просто люди в чем были, в том уходили. Кто уходил позже, расстреливали. Я знаю, с 37-го дома застрелили Аллу Волошину, снайпер, около школы. Там застрелили, часовщик у нас жил в 5-м подъезде, который хромой еле ходил на костылях. Его застрелили. И 3 апреля просто начали расстреливать дома. С танков, с минометов. Танк стоял вот здесь, вот где гараж, зеленые ворота. Вот там вот стоял рядом танк и стоял, и стрелял по 37-му дому. Это я лично видел. Я пытался вернуться в квартиру. Я на даче ночевал все это время. Пытался вернуться в квартиру, но я просто побоялся. Когда началось это, все тут просто. 5 числа я вернулся в квартиру. Были подъезды заминированы. Стояли растяжки в подъезде. У нас 5-й подъезд разрушен. Подъезды все были закрыты изнутри. Я через 5-й подъезд, через крышу перелазил свой подъезд, на 5-м-6-м этаже увидел растяжку, вернулся обратно, побоялся дальше идти, потому что, ну, уже сумерки были. Я вернулся назад. 45-й дом, вот этот, который напротив, я со своей квартиры, вот вижу, как они ходят по квартирам с фонариками сначала, спускаются вниз, а верхние квартиры начинают загораться. То есть не было никаких попаданий, никто не стрелял, просто поджигали квартиры. Сначала грабили, потом поджигали. Все квартиры были разграблены. Выбивали все двери деревянные, металлические двери, простреливали личинки замков. Квартиры, ну, практически все разграблены. Выносили продукты, там какие-то вещи ценные. Ну, то есть машины, я говорю, стояли машины, вот ходили по квартирам, выносили, а потом поджигали. И 7 числа, когда уже пришли ДНР, они вот здесь вот тоже остановились. Ну, группировка большая была. Я подошел к ним и сказал, мужчины, так и так, я говорю, дом заминирован, говорю, надо что-то делать. Они заходили, разминировали все по подъездам, ходили, снимали эти растяжки. Некоторые квартиры, ну, они в квартиры не заходили, они только по подъездам ходили. И те квартиры, которые были выбиты двери, они туда заходили. Какие двери были закрыты металлические, он говорит, мы туда не можем зайти, квартира чужая, будет хозяин все. Приезжали потом хозяева, вот я знаю, у нас на 1-м этаже, в 4-м подъезде Вика живет, Поливода. Она тоже приехала, говорит, боялась заходить, вызывали саперов, потому что боялись растяжки. Очень много неразорванных снарядов было во дворе. Но вот то, что они расстреливали дома, это вот украинский танк стоял вот здесь, это я лично видел, как он стоял и расстреливал 37-й дом, вот этот подъезд. В этом подъезде у меня живет тесть, жены отец. И вот они стреляли по этому дому с танка. Они так и говорили, уходите все отсюда, мы будем складывать дома. Это вот, ну, прямая речь была, мы будем складывать дома. Ну, это было там в грубой матерной форме, ну, смысл был такой,